Цирк Никулина приезжает к нам в Дмитров с гастролями уже 5-й год подряд. И каждый раз шоу Владимира Дерябкина приводит новую захватывающую программу. Этот год не стал исключением. Это пока единственный в России передвижной цирк, в котором зрительские места ничуть не хуже, а может даже и лучше, чем в стационарных цирках. Программа, я вот вам честно скажу, спросите у любых цирковых артистов, они приходят и говорят: «Деряба», так они меня называют все, «программа бомба». Но если это говорят цирковые, то на зрителя обыкновенного это действительно программа бомба. Ну, наверняка кому-то не понравится. Ну, в общей сложности 99,7 будут удовлетворены в полном объеме. Шоу-программа рассчитана на 2 часа с антрактом. Здесь вы сможете увидеть воздушную идиллию на оригинальном аппарате, собак на скейтбордах и акробатические номера. Впервые в передвижном цирке принимает участие обладатель 5 высших наград на всемирных цирковых фестивалях Василий Тимченко и его ластоногие партнеры «Морские львы». Этих животных нельзя увидеть ни в одном другом цирке. Василий – единственный дрессировщик в мире, кто работает с этими животными. Я хочу показать не агрессивность, несмотря на то, что это хищники. Хочу показать не агрессивность этих животных, а хочу показать, что они также могут легко быть взаимопонимание с человеком, где-то в шутках, где-то показать сложные трюки. Например, то, что они выполняют, я лично сделать не смогу. Для передвижных цирков это большой груз и ответственность принимать таких животных. Здесь созданы все условия – бассейн, вода со специальными фильтрами и с морской солью. Василий Тимченко смог создать все условия, приближенные к реальным. Эти хищники не размножаются в неволе, а у них уже 2 морских льва родились в момент гастролей. Вес самого крупного самца составляет больше тонны, и съедают они примерно 200 килограмм рыбы в день. Отличное настроение и смех без сомнений вызовет клоун Владимир Дерябкин. Вместе с медведем-полицейским будет показана миниатюра «Инспектор ГАИ», которую в Дмитрове еще не показывали. Будут новые репризы и всеми любимая игра на барабанах. Гастроли продлятся до 13 мая включительно.